6 февраля в поселке Ильске прошел открытый турнир по художественной гимнастике «Зимняя сказка». В нем приняли участие спортсмены из Краснодара, Анапы, Кореновска, Выселок, Брюховецкой и Старовеличковской. Перед выходом на ковер гимнасты тщательно готовятся. Ребята отрабатывают отдельные элементы и доводят до совершенства свои выступления. В этот день все должно быть идеально. И вот наступает волнительный момент выхода на ковер. Спортсмены выкладываются на полную. За их выступлением внимательно следят судьи. Оценивается как техника и сложность выполненных элементов, так и артистичность гимнасток. Не только судьи следят за выступлением гимнастов. У каждого спортсмена есть большая группа поддержки – тренеры, друзья и родители. Виктория Перепада занимается художественной гимнастикой уже более 4 лет. За всеми выступлениями дочери с волнением следит отец девочки. Каждый раз волнение от очередных соревнований, от всего такого подобного. Ну и переживания, конечно, постоянно присутствуют перед выходом ее на ковер. Так постоянно стараюсь максимально поддерживать ее и всегда с ней, скажем так, постоянно везде вместе. Поэтому рад, что она добивается таких результатов, что все хорошо. Моральная поддержка – залог успешного выступления.